Шум моторов и рев трибун впереди. А начинается подготовка к заездам именно так, с формирования защитного ограждения. Солому плотно трамбуют в тюки. В случае аварии они помогут спасти жизнь спортсменов и свести к минимуму травмы. Следующий обязательный этап – заливка льда. К ней приступили сразу после Нового года, как только ударили серьезные морозы. Ну а затем настала очередь тестовых заездов. Именно с этого начинаются гонки. Перед выходом спортсменов на старт необходима обкатка льда. Очень ровный, нигде не бросает, прям как едешь, как по зеркалу. Соответственно, еще очень немаловажные тюки, безопасность. Едешь, то есть, с полным комфортом. То есть видно границы, где закрыть, где открыть газ. Поэтому мне очень нравится. Тестовые заезды тоже весьма зрелищны. Но главные спортивные баталии впереди. Начнутся они сразу после первой рабочей недели, 13 и 14 января. Гонка легенд. Кубок Мотоциклетной Федерации России. На Саранском льду окажутся мотогонщики, выступавшие под флагом Мордовии в 90-е и 2000-е годы. Очень долго, много лет не сидел на мотоцикле, и для меня, честно говоря, немножко волнительно. Я думаю, что для других легендарных спортсменов, которые приедут, тоже будет что-то новое. Увидеть захватывающие гонки на льду можно будет и позже. 20 и 21 января мотогонщики встретятся в личном чемпионате России. Это значит, что на ледовый трек выйдут сильнейшие мотогонщики страны. Вместе с опытными гонщиками сезон откроют и молодые спортсмены. 10 и 11 февраля их ждет командный чемпионат России – высшая лига. Ну, в этом сезоне, надеемся, проехать намного лучше, чем в прошлом, потому что у нас есть усиление в виде Максима Лучникова, который достаточно опытный. Я уже немножко стал лучше ездить. Да и вообще юниорами тоже усилились, так что, думаю, занять хорошие места. Традиционный вид спорта и одна из визитных карточек республики – ледовый спидвей – объединяет спортсменов и болельщиков вот уже много лет. Возрождение легендарных мотогонок на льду в Мордовии произошло при поддержке главы республики Артема Сдунова. Первые в новой эре мордовского спидвея заезды прошли в феврале 2021 года, и с тех пор зрелищные старты проводятся регулярно. Дарья Боронина, Ирина Суконкина, Дмитрий Малахов. Народные новости.